На открытие в аул Урупске приехали не только руководители Краснодарского края и Республики Адыгеи, но и сам писатель. Творчество Машбаша широко известно за пределами нашей страны. Его книги перевели даже на арабский язык. Глава региона Вениамин Кондратьев отметил, что творчество Исхака Машбаша направлено на сохранение межнационального мира. В своих произведениях автор на первое место ставит дружбу братских народов. Его произведения – это наше с вами общее достояние, потому что в них он воспевает принципы жизни наших народов. Это мир, дружба, согласие, любовь и взаимоуважение. Адыги и кубанцы никогда не считают себя чужими. Мы давно живем одной общей семьей. Наши дети растут вместе и ходят в одни школы. И, наверное, не этот бюст и не эти громкие слова для вас являются настоящей наградой. Мир на Кубани и в Адыгее, и в России. И благодаря вам и таким, как вы, я уверен, мы все уверены, мы сможем этот мир сохранить. Исхак Машбаш родился в Краснодарском крае, живет в Адыгее, творит по всей России и не только по России. Его весь мир знает, переводы его книг, много адыгская диаспора, которая находится за рубежом. Весь адыгский мир восхищен такой наградой, таким шагом, который сделал сегодня Краснодарский край. Исхак Машбаш издал около 60 книг. Некоторые произведения сегодня даже включены в школьную программу Адыгеи. Есть романы, стихи писателя и в библиотеках Кубани. Как отметил председатель ЗСК Владимир Бекетов, именно на таких книгах должно воспитываться подрастающее поколение. У меня большое впечатление произвели его стихи, особенно стихотворение «Парламентер», там, где прототипом является его брат, ваш земляк, участник войны. Это стихи, на которых должны воспитываться и воспитываются целые поколения людей. Помогло его творчество там, где описывался трудный быт горцев, но в то же время показывали путь. Путь только в мире и согласии. Сам Исхак Машбаш признался, когда узнал, что при жизни ему собираются открывать бюст. Сначала немного испугался, но все же это событие принесло больше приятных эмоций. Бюст установили на малой родине поэта. В ауле Урупске в 1945 году он написал свои первые стихи. Наверное, те, которые стоят отсюда, думают, похожи на Машбаша. А те, которые сзади меня, вон там, посмотрим. Ну, какой есть, такой будет. Спасибо. Спасибо. Я очень долгую жизнь прожил. Я вместе со своей малой родиной и со своим районом Кубани, я вместе пережил то, что может пережить человек. И я никогда не забывал, что у меня есть малая родина. Это родина. В этом году поэт и прозаик отметил свой 85-летний юбилей. Сегодня Исхак Машбаш является сопредседателем правления Союза писателей России.